Всем привет, это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные, пока что весенние пермские дороги. Готовы? Тогда поехали! Мы находимся в Мотовилихинском районе около Северной дамбы. Всем известно, что Северную дамбу очень долго ремонтировали. Кстати, до сих пор ремонтируют, и сейчас мы до нее доберемся. Речь идет вот об этой лестнице. Она очень долгое время служила обходом. Люди здесь ходили интенсивным таким потоком. Идет она к речному училищу и к пенсионному фонду. Так вот, я недоумевал, как так? Лестница есть, а пандусов нет. И вы знаете, никто ведь ничего не сделал, и вдруг тут на днях поступили жалобы. Почему, собственно, ремонт делают на самой дамбе, а вот лестницу не затрагивают? Теперь, собственно, к самой Северной дамбе, точнее, к тротуару на правой стороне. К проезжей части не придерешься, там все хорошо. Слава богу, в прошлом году все доделали. Что касается вот этого участка, прямо до цирка. Разровняли, вот гравий я вижу. Но заасфальтировать пока не хотят. Но, видимо, и так хорошо. Слава богу, что открыли, потому что раньше, как я уже сказал, люди ходили вот по этой лестнице. Очень долго здесь лепили вот эту стену. Именно лепили из мелких камней. Вот такая вот красота. Выводы делайте сами. Но если, конечно, все это в таком виде останется, решеточка, камешки, как говорится, без комментариев. Еще один вопрос, который не дает мне покоя. После ремонта здесь сделали трехполосное движение при выезде на Крупскую. Два прямо на Уральскую и один направо на Крупскую. Только вот со знаками здесь полная неразбериха. И ведь опять никто ничего не делает. Чему, собственно, можно придраться? Да к тому, что это одна из центральных улиц, а знаки не совпадают с дорожной разметкой. Ладно, кто каждый день здесь ездит, он, конечно же, знает, как ехать. А вот те, кто не знают и нарушают правила дорожного движения. Ну, в общем, ремонт прошел, а выводы пока неутешительные. Сегодня все это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Совсем скоро увидимся. Удачи на дорогах, ну и, конечно же, хорошего весеннего всем настроения. Пока!